В Муравленко старшеклассники защитили исследовательские проектные работы в рамках всероссийского конкурса школьников «Высший пилотаж». Его проводит Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Конкурс «Высший пилотаж» рассчитан на тех, кто делает первые шаги в науке и проектной деятельности и хочет получить профессиональную экспертную оценку своей работы. Турнир входит в перечень олимпиад и других интеллектуально-творческих конкурсов, дипломанты которых могут стать претендентами на грант президента России. Почти 60 участников из городов Муравленко, Лыбытнанги, Салехард и Ямальского района представили свои работы в четырех направлениях – медиакоммуникации, культурология, бизнес-информатика и предпринимательство. Я взяла тему проекта «Моя малая родина», потому что моему городу исполняется 40 лет в этом году. Я подумала, что это будет отличная возможность рассказать про свой город, что появилось в нем нового, какие места появились новые. Мне были сделаны замечания то, что я не вписала личности. Наверное, было немножко мало истории про город Муравленко, и мне стоит дополнить это. Работы старшеклассников оценивала компетентное жюри по нескольким критериям: актуальность исследования, владение информацией по теме проекта и его оформление, навыки публичных выступлений. Для меня работа в этой секции была первый раз и удивила, ну такая, скажем, интересная работа ребят, очень интересные работы, и работа интересна тем, что они современные, для молодежи, мне кажется, очень актуальные. В итоге среди муравленковцев победителями стали Илья Скорташов, Полина Москалева и Анна Портнова. Скоро ребята отправятся на заключительный этап конкурса в Москву. Мы единственные организаторы в этом году в регионе. Масштабный, конечно же, детей было охвачено много, 5 городов. Да, и проекты очень интересные, дети постарались, получили высокие результаты. Конечно же, каждая работа получит свою рецензию. Эксперты спорили, решали, кому дать призера, кому победителя. Я, значит, делаю вывод, что это было все не зря, и конкурс прошел на отлично. Татьяна Максимова, Антон Иванов, новости Муравленко.